So you lift off again, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just when we're supposed to guy. I'm the bad guy, make your mama sad guy, make your girlfriend mad guy, message you to dead guy. I'm the bad guy, die. А, я поняла. Добрый вечер, друзья! Это вечерние советики от Ани Бобровской. Но на самом деле я хотела поговорить на такую серьезную тему, как чтение. Знаете, вот в последнее время я начала замечать, что у меня присутствует такая отговорка, что вот у меня мало времени почитать, я ничего не успеваю, как-нибудь в следующий раз. Но на самом деле это просто пустые слова, потому что я понимаю, что это время я трачу на социальные сети, на Инстаграм, чтобы повтыкать какие-то очень суперважные фотографии и видео. И теперь у меня появилось новое правило. Каждый день перед сном я читаю. И я очень надеюсь, что я начну проводить меньше времени в социальных сетях, больше читать, развиваться, и этого же вам желаю, поэтому присоединяйтесь. Вот сейчас досмотрели мой сторис, закрыли Инстаграм, начали читать книжку, а у меня интересная история часа день.